Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня то ли ночью, то ли утром произошло мини-обновление, вроде бы в игре ничего не поменялось, но, ребят, все настройки слетели на ноль. Поэтому в первую очередь зайдите в настройки и убедитесь в том, что у вас все выставлено так, как вам нравится. Уровень громкости, графикам, лично у меня это все послетало. Главное, что слетело, это возможность писать в чате. Как все вы знаете, на евросервере чат заблокировали. На сегодняшний день в чате общаться могут только совзводные, находящиеся в бою. Но, ребят, обнаружил, что когда я пишу сообщение, ну, допустим, как сейчас, оно не отправляется, и я не вижу ни сообщения, ни сообщения от своего совзводного, и, в принципе, это крайне дискомфортно. Ребят, что с этим делать? Все очень просто. Прямо из самого боя, если вы в нем находитесь, или через настройки игры, если в бой вы не заходили, заходите в настроечки, в настройках нажимаете другое, и вот здесь вот вверху вы видите боевой чат. Он у вас, скорее всего, по умолчанию сейчас упал на командный и общий. И в таком положении вы не видите сообщений от вашего совзводного, хотя здесь это указано. Как бы парадоксально это ни звучало, вам необходимо нажать на клавишу «Выключен». И вот когда вы нажимаете на клавишу «Выключен», у вас начинают отображаться только взводные сообщения, и, соответственно, взводный чат и быстрые команды. Ну вот быстрые команды, они отображаются уже от всех игроков вашей команды. Нажимаем «Продолжить бой» и проверяем, есть ли у нас сообщение, которое мы отправляем. Как вы видите, оно появилось. Я думаю, что данная информация может быть полезна кому-то, кто поначалу не понял, что происходит, или после того, как чат на евросервере заблокировали, считал, что у него... В принципе, так и должно быть, что то, что он не видит сообщения от своего совзводного, это норма. Ну, переключатели-то, в принципе, оставались в том положении, а, допустим, каких-то там более подробных разъяснений разработчики по данной теме не давали. Просто чат вырубили, ну и, соответственно, кто-то из... молодых игроков, которые недавно играют, мог подумать, что это вполне нормальная ситуация, что данные сообщения вообще никак не отображаются. Ну что ж, ребят, мы продолжаем доигрывать. И, кстати, отдельное спасибо Антонио ФР за то, что он составил мне компанию в записи данного видео. Да, мы слили полностью бой, но мне почему-то кажется, что один проигрышный бой, он стоит того, чтобы пускай даже один игрок в эту великолепную игру смог узнать, каким образом себе активировать чат и общаться со своим совзводным. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Если у меня что-то еще будет, обязательно выложу на канале. Ну а вы подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. Всех благ, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!